Бензовоз компании «Газпромнефть Урал», под завязку груженный 25 тоннами горючего, опрокинулся на Серовском тракте. Происшествие случилось ранним утром субботы на 292-м километре автодороги Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург в районе поворота на Новоуральск. Для предотвращения возгорания бензина пожарные залили упавший в кювет тягач «Вольво» и полуприцеп автоцистерну специальной пеной. На время ликвидации последствий аварии движение по Серовскому тракту в сторону Екатеринбурга осуществлялось по проезжей части встречного направления. Огромные пробки в области Новоуральской развязки. Поворот на Новоуральск, перевернулась фура. Всех отправляют через Заять, направление Нижний Тагил, Екатеринбург. Движение затруднено. Все едут по встречке по Нижнетагильской. По информации ГИБДД, водитель тягача «Вольво» с полуприцепом, полным топлива, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. Автомобиль был поднят из кювета с помощью двух грузовых автоэвакуаторов и благополучно отбуксирован. Водитель не получил ни царапины. После того, как машину подняли и поставили на колеса, место разлива бензина было засыпано опилом.